Вспомнилось время, когда так вот было несколько недель, одним очень-очень дождливым сентябрем, когда появился такой вот пропитанный серостью туч стих. Є дощ, йде дощ, дощить на дворі у полудень, мій дім змарнів і дихає в дні покорі. Зробить нічого ж не зумів, нема тіней, геть зникли тіні, і навкруги усе інакше, в палітрі пар у чорно-білій, все зле, при світлі якось м'якше. І мириться він з цим гнетючим, сумним тим вибірком природи, та знає дім, що неминуче, за цим дощем новий дощ пройде. Один хтось каже, зорі плачуть, хтось каже, небо, все одно, бо зараз тільки хмари мрячуть, земля стає потроху дном. А може ті лунки удари, можливо, слово гримне гром. Та те чи інше, все це хмари, що світ марніють з моїм домом. Спасибо. Правда, антидот к этому состоянию давным-давно дала еще Лариса Долина в своей песне, которая говорит, что важнее всего погода в доме, а все другое — суета. Есть, Маша, есть я и ты. Легко уладить с помощью давали фестиваля, приехать и научиться многому полезному. Да, поэтому тренера, которые будут на этой линейке, вспоминайте, зачем вы здесь. Вы здесь, чтобы дарить свет, мудрость, любовь, навыки, а все остальные окружающие вас люди готовы жадно впитывать ваши знания. Поэтому время пришло. Пользуясь возможностью, хочу объявить о том, что сегодня, да, сегодня будет в очередной раз игра «Мафия». Сегодня мы сыграем все же по классическим правилам 10 человек за столом. Можете приходить в любом количестве, поскольку для многих эти правила станут новинку, если вы не играли вообще в «Мафию» ни разу никогда. Это снова-таки не проблема, поскольку вы сможете не только услышать все правила от и до, но и если будет больше, чем 10 человек, чувствуете себя неуверенными, не страшно. Одну игру вы будете наблюдать, и это вам даст не только представление о том, как звучат правила, но и то, как они себя реализуют в игре. О самой игре я бы мог говорить очень долго, мог бы занять целый час академический. Но если вкратце говорить о ней, чем она хороша, почему она мне так нравится, почему я так люблю, почему я хочу проводить ее каждый день. Да просто потому, что каждая игра, во-первых, это отдельная история. Не бывает двух одинаковых игр. Это всегда то, что поддерживает интерес. Помимо этого, игра позволяет научиться многому. Люди говорят, ой, это мафия, там надо врать. Не-не-не, я не люблю врать. Мы не врем, мы играем для начала. Мы не переходим на личности, для этого в игре есть игровые ники. Мы не коверкаем мораль, поскольку есть запрещенные слова, которые мы не используем, а включаем мозг. И вспоминаем, что в словарном запасе есть еще масса достаточно таких хороших синонимов и выражений. Мы не говорим честно, клянусь, обещаю, 100%. Мы не апеллируем каким-либо религиям. Мы играем, при этом не
Прям. Однако, что мы делаем в жизни? Жизнь — это ведь тоже в своем роде игра. Когда вы приходите, предположим, в магазин, вам там никто не врет. Но то, как вам предлагают товар, к примеру, это своего рода тоже игра. Любые переговоры — это игра. Умение убедить — тоже. И умение не быть пойманным за крючок вашего внимания против вашей воли, возможно, не быть введенным в заблуждение — это тоже игра. И мафия предоставляет вам возможность в течение часа раскрыть в себе то, что вы, оказывается, умеете, и ясно, недвузначно подчеркнет те вещи, которых вам еще есть куда расти. И это все настолько очевидно становится, что для многих мафия становится инструментом личностного роста. Психология, пожалуйста. Ну, мы не врём, мы играем. И вот Маша говорит, как брать убедительно. По теории лжи все, наверное, знают, кто хотя бы немного этим увлекался, что лучше всего будет тот, кто верит в то, что говорит. А когда объявление будет? Слушайте это объявление. Ты хочешь объявиться? Один. Я готов уступить любому. А шишки не будет объявлять? Шишки! Так вот. И, собственно говоря, да, действительно, верить в то, что ты несешь людям, то, что ты говоришь, это тоже ведь снова-таки избитое слово «игра». Оно будет у нас звучать часто, возможно. И что еще? Это будет в формате некоего мастер-класса. То есть я вам дам полный перечень вот правил, то, как они стыкуются. Если вам будет интересно, расскажу, какие в этом все такие вот подводные механизмы скрыты, и они действительно есть. Игра очень геометрически четкая, выверенная, как и математически, и нравственная, если можно так сказать. Поэтому мы не станем говорить, что «О, мы первый раз собрались, а давайте вот мы не будем делать вот так, мы сделаем, ну, поблажечку себе, себе поблажечку в жизни». Делать в чем-либо ничему не приводит к успеху, росту, развитию. На поблажках люди не делают заряд, на поблажках люди питаются фастфудом. Поэтому первый раз вам покажется странным, возможно, покажется жестким, возможно. Но каждый раз вы будете практиковать то, чему, возможно, после этой игры захотите обучить всех своих знакомых и проводить за этой игрой регулярно время. Поэтому приглашаю вас сегодня на игру «Мафия». 10 человек за столом, все остальные не останутся безучастными, наблюдать это отдельное удовольствие. Приходите. Роман Москаленко в большом зале. Вот там. Олег, как дела? Ты чего хочешь? Поймай его, Ксюша. Василий Шишкин, практический психолог. Здравствуйте, Тамара. Сейчас будет мой мастер-класс, который будет посвящен телесным практикам и интеграции в них томатотерапии. Вот, это будет презентация, будут проводиться несколько работ, и можно будет посмотреть на то, как это происходит, и ощутить, что происходит с человеком. То есть будет аквариум и будет проводиться несколько работ. Кому это интересно, прошу, кто хочет ознакомиться с этим методом. То есть это будут элементы тонатотерапии и интегрирование в них гештальта. Вот. Так что прошу, это будет происходить в первой аудитории. Спасибо. Василий Шишкин в аудитории номер один.
Мария Коренева, руководитель комедийной майстерни, организатор фестиваля «Я и сила в рук», актриса «Play it back» театра. Здравствуйте, товарищи. У нас сейчас будет, у меня сейчас будет класс, который соединяет две традиции или даже три. Я начну с нейтральной маски, с которой, наверное, с ней кое-кто из вас уже знаком. Да, от нейтральной маски мы перейдем на какие-то упражнения, которые непосредственно мною заимствованы из физического театра, которым я, в общем-то, занимаюсь дольше всего и основательнее всего. Нейтральная маска, она тоже оттуда. И потом будет еще и небольшое включение техник плейбека. И плейбек — это моя недавняя любовь, но страстная. Там много всего происходит, небольшой какой-то для меня внутренний процесс, которым я готова с радостью делиться. Так что, если придете, я очень не знаю, куда нас с вами назначили, но я надеюсь, что это будет спортивный вот этот вот игротека. А можно на улице? Ну, начать на улице, да? Начнем мы на стадионе. Там мы покатаем по лесу, поэтому, пожалуйста, если собираетесь на этот мастер-класс, последите, чтобы обувь была удобная. А потом вернемся в игротеку, и там будут более углубленные уже такие истории. Потому что называется мастер-класс – это истории вашей жизни в теле. Так что почти как гештальт, но не совсем. Вот, спасибо, приходите. Мария Коренева будет на стадионе, потом в игротеке. Примерно через часик, наверное. Ну, я не знаю, смотри сама, когда пойдешь, то ты... Просто люди будут тебя искать, ты же хороший тренер, они меня будут спрашивать. И... Хоть, ну да, через полчаса. Ну, короче, на стадионе, а потом в игротеке. Так. Игорь Хохуля. 12 базовых движений. Великий поэстер. А, повелитель огня. Ну и так далее. Спасибо большое. Вот все тот же самый замечательный мастер-класс, вот этим смешным замечательным инструментом. Сейчас будет вторая половина для тех, кто прошел первую. Сегодня, вчера, позавчера, в прошлом году, в позапрошлом году и так далее, до 2005 года. Все, кто проходили, можно сейчас прийти. На первой половине мастер-класса мы устанавливаем корреспонденцию между верхней частью тела и нижней, правой, левой, тылом и фронтом. И тот, кто не прошел первую часть, на второй немножко, ну, некорректно будет работа, неполноценно. А на второй части, на втором мастер-классе, мы отрабатываем 12 базовых движений. Это тоже, это вторая половина моей телесно-ориентированной практики, когда мы устанавливаем динамический баланс по трем осям, по продольной, по петличной и по вертикальной. И в результате этого человека начинается, ну, во-первых, выравнивается осаночка, очень хорошо начинает внутри себя человек чувствовать, начинает занимать качественно именно то место в пространстве, которое он думает, вырабатывать гормоны удовольствия, освобождать сознание, оттопыривать чакры и так далее. Спасибо. Игорь Хохуля будет на площади. Дарья Мазурок и Максим Ушаков. Харьковская областная федерация ГО. Добрый вечер, товарищи. Уже Роман рассказывал, что мафия — это история. Го можно тоже сказать, что это история, рассказ, который пишут двое. Причем иногда это история противодействия, иногда это история о мирном разделении, о существовании, сосуществовании. Иногда это и то, и другое вместе взятое. Мы не учим тому, что это психология, это не психология, эзотерика, не эзотерика. Можно применять философию, можно применять практики, которые вы практикуете, нашли здесь на фестивале. Можно использовать игру Го как инструмент для отработки этих практик. Но мы учим только базовым основам и некоторым тактическим, стратегическим моментам. Приходите к нам, пятая комната. Сегодня ведет мастер-класс Даша. Спасибо. Напоминаю о том, что у нас еще работает детская комната. Поэтому, если кто-то хочет сходить на какой-то мастер-класс, приводите деток. Детская комната находится в первом корпусе. Сразу заходите. Там такая цветная комнатка с рисунками. Или находите меня. Я обычно где-то нахожусь здесь, либо на чайной,
ну, либо вот здесь на площади. Мазуроки Ушаков, комната 5. И в 19.00 здесь будет два концерта Фатьеви и Араяна. Так, Шишкин 1, Корнева стадион, Хохоля площадь, Мазурок 5, Мафия в большом зале.